Случайно этот молдавский колхоз носит название «Фруктовый Донбасс». Садоводы артели и в этом году, как говорится, выдают на гора богатейший урожай. Сотни тонн фруктов и овощей поступают для переработки на колхозный консервный завод, построенный по последнему слову современной техники. И неудивительно, что многим колхозникам теперь пришлось осваивать новые специальности. Компоты, маринады, варенье, тысячи банок ежедневно перевозят самоходные баржи, тоже принадлежащие колхозу «Фруктовый Донбасс». Отсюда по Днестру консервированные фрукты и овощи доставляются на базы, а дальше во многие районы страны.